Ничего не понимаю, Dota 1.6 какая-то. Некоторые предметы отличаются от своих версий в Dota 2. Важные отличия выделены цветным текстом. Центральная позиция лучше подходит героям, которые сильны сначала игры и могут быстро фармить. В смысле, центральная позиция? А, это... Ох, можно кликать туда-сюда. Пока вы сражаетесь с героями или патрульными крипами, ваши постройки получают на 70% меньше урона от других героев. Если вы новичок в игре и не знаете, какого героя выбрать, начинайте с тех, на ком вы умеете играть в Dota 2. Патрульные крипы – важный объект. За их убийство получите уникальные награды и много золота. На трех случайных раундах... Их может... С вот этого, короче, патрульных выпадает книжка, которая тебе там дает... Ну, предметы такие прикольные. Угу. Там несколько видов предметов есть. Один предмет, короче, дает вижен по всем. Второй предмет позволяет тэпнуться в любую точку карты, как фура просто. Еще предмет дает вижен на определенного игрока. Как-то так. Что, меня загрузить, не? Оржик, мы тебя ждем. А я последний сам, что? Да. Прикол в том, что у меня, ну, работают вот эти советы, но при этом, ну, не хочет запускать в лобби. На трех случайных раундах с 8 по 14, 20 следующих. Ясно. Много. Сказано, запретите героя. А, и все? Это все герои, которые доступны? Да. Они их добавляют все время. Понял. А, Марси нельзя пикнуть. А, можно. А теперь мне нужно регнуть. Ага. Так, герои... Который хорошо... Не, ну... Видел, сколько у меня рейтинга, да? Рейтинг 700? Типа крутой? Не, у меня 390. Мне показывает 700 у одного и 400 у остальных. Ну, а третий, смотри. А, 390? Видел. Это я. Легенда. Ранки сразу полез. Угу. Понял. Легенда. А, подожди, а типа тут лучше всего закрывающим быть? В плане закрывающим. Ну, в плане, что если ты видишь вражеских героев, то лучше быть самым последним. Тут каждый герой может забрать каждого героя. Тут не важно, тут никак в доте. Ну, я не могу сейчас пикнуть, по идее. А, ты по очереди, а тут все по очереди. Ну, я могу закрыть, закрывающим быть или не закрывающим. То есть пик. То есть я вижу вражеский пик и могу сейчас прям выбрать на основе их пика. Ну, правильно? Да. Ну, логично. Что да? Ну, фантомка хорошо зайдет против Марса. Допустим. Шардиком. Я твой единственный зритель. Да и Рейсик тут говорю, не как обычный доти, тут каждый может закрыть каждого. Если Марс возьмет там что-нибудь, он может тебя шотнуть нахуй, я не знаю. Ну ладно, не шотнуть, но будет больно. Брошку купит. Выберите позицию. Выберите позицию, в смысле? Теперь выбираем, кто куда, ну где будет стоять. Шесть позиций, видишь? Ну ладно. Допустим. Я тоже подальше от Марса пошел пойду. Ну давай. МКБ first item, да? Понял. Ну собери, мальчик, соберись. Если я БКБ не соберу и лицо не наломаю никому. Битва начинается. Так, что, у меня есть какие-то варды? Покидать игру до 10 минут запрещено. Штраф 1 на случайного героя. Вы находитесь на нерейтинговой карте, чтобы получить... Все. Пропали. Подбирать сферы. Если включено при подборе сферы, улучшения будут помещены в инвентарь. Выбор таланта нужно будет запустить вручную. Если выключено при подборе сфер, будет запущено автоматически. Ну, давай. Я тыкну ее. Че за крипы, не понял? А, вот они вышку ломают? А, на хп регенится. А мне надо добивать крипов обязательно. С
сфера белая. Вы получите выбор из трех обычных улучшений. 80 здоровья, 15% шанс нанести магический урон атакой. Такая атака не может промахнуться. Либо здоровье, либо армор. Ну давай. Ее. А-а-а, то есть я никого не закрыл по итогу. Ну ладно. Хорошо, допустим. И я под базой стоять должен, что я должен делать? Нет, в лес идти, крипов фармить. Понял. Все, обычная дота подлетела. Понял. А раз сколько крипы эти приходят? Сверху слева написано. Вот эта полосочка. Сверху слева. 8 секунд. Угу. 7, 6, 5. А, то есть я должен к башне уже подходить? Да. А у меня курьер еще есть, ничего себе. Свой личный. Курьера, если что, убить нельзя. Мои вообще ничего. Да. У меня плюнули. Да, теперь ты инвалид. Так, уклонение, саппорт магия. 3 маны в секунду, нифига себе. Неплохо. Жди, что у меня по урону? У меня урона нет. Сколько у тебя тыка? 50. У меня 70. Ну, 65, ладно, тычка. Ну там армор, типа. Жди, даггер по всем сразу? Ну там, я не знаю, что у тебя по способности. Срабатывает на 2 дополнительные цели в радиусе 500 от основной цели, кинжал дополнительной цели сбрасывается. Так, замедляет всех крипов поблизости на 50% на 2 секунды. Длительность 8 секунд. А, уклонение. Так, ну я посижу, подожду. Досты это... Смоки, досты. Ладно, откуда они выходят? А, энш. И все? Он распадается. Убьешь одного, там за ним еще вылезет. Еще не станет. Это постоянный какой-то выбор. Ага. Ну ладно, давай это. Так, пошли. Нифига себе, крипы еще рабочие. А чего не работают, я так и не понял. Через чего? А чё крипы разбегаются? От моего блюра. Алло, браза, вы чё делаете? Чтоб не втыкал. Они разбегаются от меня, фрик. О, нейтралка. Старая нейтралка есть, серьезно? Давай. Непон. Коржик. Какой сильвер, ты дурак? Коржик. Сильвер. Мы так не договаривались, а ну пошел вон. На базе я же 100% выживаю, правильно? Нет, я могу тебя запушить под тауэром, но не сейчас. Понял. У меня левел маленький. А чё они по... Непон. А чё они колбы кидают, алло? Ладно, пойду на базу. Ну, ну кстати, на... нормально так Марси еборит. Шо, ну ты видишь, что ещё не делают вообще, фрики? Что, нормально? Они вообще наглые. Ладно. Так, подожди, у меня есть варды, типа? Да. И как? Просто тыкаешь на него. Отдай. А как захватить? Никак. Сжать, пока откатится. Иди сюда, сучка. Тут еще синие варды есть, кстати. Еще... Да пофиг вообще, подавись. Вот сейчас легендарная сфера будет. Бить, бить, бить. Так, а теперь они запускаются, правильно? Ух, нифига себе. Подожди, а у меня белое я не подбрал. Все это время. А, ну автоматом выбрала, а почему? А как выжить? Подожди. Я умру? А если я умру, что будет? Ты будешь резаться. Ну ладно. У нас есть проблема. Да. Я сдох.
А еще мне големы хату несут. Новая способность призывает иллюзию, которая применяет Phantom Strike. Чё, как это? За случайным вражеским героем, если вы убьете цель. Ага. А, вы это все видите, что я выбираю? Да. И ты видишь, что выбирают другие. И ты можешь нажать сверху справа, на, ну, сверху на персонажа и увидеть, что он брал. Так, бонтосы какие-то. А что это? Рейдж, сфера. 40 дальности атаки. Тык. 20 секунд у меня еще есть. Угу. Понял. Такс. Здрасте. А чё Сильвер откуда? Это у меня с третьего скилла. А ты чё такой сильный? Я пошутил. Сильвер. Я пошутил, Коржик. Остановись. Коржик, там база... Коржик. Не настолько же нагло. Блин, товару все еще больно дамажит, ладно. А что меня хилит мой тавер? Если чё, байбекаться и укреплять не стоит. У тебя это один раз на всю игру. Используй только в экстренный случай. Когда там тебе будет герой нести или что-то. У меня очень экстренная ситуация. В случае у меня катапульта под базой стоит. Что делать, Коржик? Катапульта? Да. В этой пачке же нет катапульт. Но она на базе стоит. Катапа. Ладно. Да. На Марселе непонятно как играть, но... Нормально пойдет. Клик. А ты покупаешь БКБ? Я? Нет, да. Пока. Почему? Мне вот интересно, кстати, а вот будет ли работать одна фигня, про которую я думаю? Бабах. Что это за шмотка? Spell Breaker. Вам урон заклинания снижается. Ну ладно. А, 10 секунд осталось, бегу. Ты можешь тэпаться. ТП откатывается 30 секунд всего. Тэпаюсь. О, на базе сфера какая-то стояла. Нормально. Работаем. Да за шо? Ты дурак, что ли? Ты чё стукнул меня? Мудак. Да ты... Ты вообще обнаглел? Так, примораживают еще. Коля умер. Коля жить. Глянь, кинотавры, черти, сразу стан дают. Коржик, дай денег. Что такое деньги? Коржик, ты меня не видел. Коржик. Ну, Коржик, ну ты чё, не свой, что ли? Ай, моб, пидорас. Все, пиши сюда. Сучка. О. Жить. Если бы меня моб не заставил. А что у меня тут Марс делает? Марс, кстати, топ-2 нетворса, как бы я бы его боялся, на самом деле. Он какие-то шмотки выбивает у меня тут. Ага. Ну ладно. Чё? Наигрался? Комар дебил. Нормально, ник чисто.
Он, кстати, в твою сторону идет, туда что? А я на базе стою. Я вижу под вот этим. А почему я не могу его захватить? Смотрителя этого. Ну, глазик твой. Оно откатывается. Когда круг под появляется, тогда ты его можешь захватить. Ну ладно. Нифига крипы, черти. Ага, блюр не работает. Так просто. Ну ладно, победа. Не-не-не-не, парни, вы чё? Не-не-не-не. Призраки полетели, да? Больно стало. Так. Есть контакт. Какие же черти на обах, все-таки ты не представляешь? Представляю. Да, нереально черти. Просто капец. Это мне. Извините. Простите. Ой. Пак? Ой. А. Ой. Удачи. Ой. Хотя. О, это мне. А как забрать? Это не твоя сфера. Это не твоя. И шо? Ну, он ее выбил, это его сфера. А, я думал, я сворую. Он меня потянул, что это? Это гарпун бросает? Да. Celestial Spear. Впервые вижу, кстати, эту шмотку. Я думал, у него вообще блин будет. Как будто бы нас Марс страхнет всех. Такое ощущение. Давай соберемся, убьем его. Тимиться нельзя, мне уже предупреждение давать. То, что я с вот этой заикцией Олей тыковкой тимился. Там комар дебил просто бегает, убивает всех. ZXL и тыковка звучит сильно. А тэпаться можно только на базу. Угу. Понял. А, это там ба. О, это мне. Уклонение, атрибуты. Марс, ты дурак. Отстань от меня. Аминь. Дурак на Марсе. Слушай, он ко мне под башню идет на Марсе. Это нормально вообще? Ты это видел? О, на него тролль напал. Марс убегает. Подпиздить. Подпиздил. Легенда. Что за 1-3 обычные сферы? Ладно. Так, ну БКБ мне что-то не сильно пока помогает. Да, я спиздил и купился огнем. Подожди, слово взять 30 эффектов, я особо задержки. В смысле? Какие нафиг эффекты? Я сильвер покупал, ладно. Сильвер тогда уже. Ниппон. Марс тоже сдох. Ладно. Подожди, а Макс байбекнулся, что ли? А, он тэпнулся просто ко мне. Оржик. Ау. Дай денег. Какие деньги? Вот эти, которые валяются здесь. Это же мне деньги были, правильно? Не тебе. И вот эти тоже мне. Это еще чей центряк вообще сломал? Опа, курьер. Нельзя, да? Нифига, я бегаю. Быстро. Под вот этим. Теперь поддержка, короче, у меня скорость повышается, ну, до 550. И меня нельзя замедлить. Как тебе? Я ничего не понял, но мне на мою базу лошади бегут. Так и должно быть? Ну, типа... О, я кое-что нажал, и я вижу Колю. Подожди. У меня есть план. Убить Колю? Мы получили 4 случайные улучшения. Что? Это такое?
Ладно, давай яд какой-то, не знаю. А как попасть? По Коле. Это уже... Жизненный вопрос. Бить. Победа. Победка. А что мне дали? Коля на самом деле выбрал не самого легкого персонажа, еще и через ульту сразу. Так, у меня просто ульта видит героя Микола. Так что я откуда-то увидел тебя. А ты через ульту пошел? А что, через ульту не надо? Да и почему? Прикольная фигня. Ну вот и все. Че, въебать можешь тебя? Коржик. А так ты можешь? Не, в смысле? Я же лотар нажал. Ты шо, мудак? О, это мне. В смысле? А ой, как? Марсик. Удачи. Из-за нахуй. Пока. Пока-пока. Я это видел, это заснял. Он нас атаками просто убивает. Заебись, нахуй, герой. Нетворса на 3000 больше у него. У меня нетворс вообще. Ладно. Тык. Уклонение, саппорт эффектом. Как Марс убивать? Непонятно, правда. Да. О. Ну ладно. А байбек один раз нажимается? Угу. Там задрот какой-то на Марсе. Кожа. Я не знаю, прям вообще какой-то еблан на Марсе. Он просто щитом фул ебал ломает. А, в резбенд увеличивает вашу скорость атаки. Ну вот тролль перебил. А я иду троллю бить лицо. Хорошая идея. У него ловко. О, я кого-то нашел. Микола, бить. Коржик, нет. Подожди, это мне. Все, удачи. Всего хорошего. Нет, ну коржик, ну. По затылку. Чертич. Ну мы с Миколой держим самые главные места. Это самое важное. Почетное. Пока что. Я не знаю, Тараску затарить, что ли, хуй его знает. Нет, какой сайленс? Вы что, дурачки, что ли? Какой сайленс? А в смысле? Как жить-то? Как касить что-то? Ускорение при зарядке способности. Так, я нажимаю кнопку и вижу Марса. Нет, спасибо, не надо. О, подожди. Хочешь с Марсом подраться? Я знаю, что я хочу. Нет, не это я хотел. Ладно. Он лучше знает, что ты хочешь. Я же его на базе вроде видел последний раз, не? И он знает то, что я хочу. Легенда на коржике. О, тут Радианс есть. Ты какой-то умный мальчик. Ну там тролль перебивает вот этого. А тролль через что? Тролль через... Ага. Тролль через убийство Коли. Вы начинаете охоту и защищаете вражескими героями, если вы убьете цель. Подожди, а тут разные вещи, через что я мог играть? Да.
Ты просто даже не читая вот тыкнул ульту? Ну что-то потыкал, что-то посчитал. Но я не знал, что прям какой-то супер выбор. А, я тролля должен был убить. Так, ну мне получается надо тролля пойти сходить, забрать. Его вряд ли заберешь. Он если Марса перебивает, значит и тебя перебьет. Не, ну знаешь, не понял. А. Бить, бить, бить. Микола бить. Микола бежать. Да ладно. Silence? Что, прости? Блять, это бездарь ебаный нахуй. Я про себя, если чё. Понял. Это так и записали. Ё-моё. А эта башня все это время ломалась какая-то, или что произошло? А где я вообще? На базу. А, сферка, стопок, спака, что это? Книжка, вы получаете, где с Лидзеном? Он меня за 100 набивает, но ебаная мразь. Заебала меня. У него вижен тут стоит, уебка сын. Так, мне надо что-то типа вот этого вот, я думаю. Обязательно. Так, а на кого у меня ульта? На Марса. А где Марс бегает? А, Марс Саверни бегает, я понял. Ну ладно. Его уже убили. А мне деньги должны были дать за это? Именно я должен был забрать его. Здорово. Okay, где у этого толпа по варды стоят? Джорджик, кто сильнее? Джорджик, победа? Нет, нет, нет. Я передумал. Ну не. Ну. Это видел? А, вижен типа, я понял. Да я пытаюсь найти вот это варды Марса. Тут нет вардов. Да, варды, закладки он еще знаем и таких. Тролль сдох. Ну ладно. Фиг с ним. Так, у меня есть план, я его придерживаться буду сейчас. Я побежал. Парня. Ну, парня. Парни, здравствуйте. Я ебал, это сука толпа его. Здрасте. Это все мне? Получается. Коржик, скажи. О, Коржик, ты чё, вор? Оставь. Че? Это мне. А, это не мне? Ну ладно, хрень-то такая-то. Коржик, верни деньги. Какие деньги? У меня килл не дали застилить. О, я придумал. Чё за... А, крипы базу ломают. Антимага, БКБ. Ладно. У антимага? БКБ, усал и антимага, ладно. Неважно. А, ты про это? Так, за кем идем? У меня... А, на Марса? Я тролль в лесу. А чё он там делает? Как-то быстро из грязи в князи поднялся, я смотрю вообще. Ща, у меня тут драка. Ладно. У него рефрешер, в смысле? Не понял, откуда у него рефрешер? Купил. Не знаю. Ладно. Essence of Speed. Навсегда увеличивает ваше скорость движения на 50, можно использовать только один раз. Мидасик превращает 150 золота, а также два раза больше опыта. Очков редких сфер, улучшение за его убийство. А че мидасик сразу не купил? А Микола купил мидасик сразу, не? А кто мидасик сразу купил?
Никто? Серьезно? Никто, мне DOS не покупал. А чё? Не знаю, бесполезный предмет тут. Покупаем. Удачи. Всего наилучшего. Да ладно, этот меня тут забирает, что ли, серьезно? Меня тролль здесь забирает, понимаешь? У тролля ваши атаки сокращают зарядку. Короче, есть план. Нужны деньги. Я всех выиграю в этой игре. Просто нужны деньги и все. Не, вот я в тебя верю, реально. Хотя может быть план. Я за Марсом побежал. Мне дали денег, что ли? Или это не мне дали? Не совсем понял. И тебе. А я могу пойти с базы что-то сломать? Прямо сейчас? Пока еще вряд ли. А, меня не пускает. Ладно. Короче, я свалил отсюда. А если пойду дефа чужих крипов? А, я в драке с Марсом. Не понял. Да, уже БКБ вообще не хватает. Хм. Ну ладно. Фиг с тобой. 1600 урона от автоатак. А у него БКБ есть? А у него и БКБ есть, и Бладторн есть. А как в эту игру играть тогда? Что? В Рейсбенд тыкать можно? А почему? Я это сейчас только узнал. Почему это я узнаю только сейчас? Так вот. А я, пожалуй, пошел с вашей арены Марса. А тебе тоже это отображается? А почему у меня тип на базу ко мне прет? Алло, ты чё, обнаглел? Мне тип просто на фонтане забирает. Сейчас и меня он на твоем фонтане заберет, блядь. Не, ну мне это за тебя денег дадут, так что пусть забирает. Я его даже сатаником не перебиваю, кстати. 400 автоатака меня просто сносит. Когда у него, блядь, билд не через автоатаку. Ко мне тип на мазу пришел какую-то. Ломать тебя пришел, получается. Я, пожалуй, пойду отсюда. У тебя тавер, если что, падает. 100% у тебя. Да у меня лицо падает, а не тавер, ты о чем? Подожди-ка. А че не медасится крип? Походу пизда Яросику. Все? Тебя сносят, да? Я сношу Марса. Все, победа. А. А ты думал. У тебя байбека теперь нет. Один раз умираешь, и тебя можно снести. Так, это у Марс со мной ходил, да? Может пойти его снести попробовать? Он через 10 секунд треснется. На кого бы напасть? Почему здесь вещи разбросаны, я не понимаю. Чьи-то. О. Я что-то вижу. Че меня-то сразу? Я за деньгами. Я коллектор. Называй меня так. А где он? А, это настоящий тип? Он уже улетел. Да ладно, и все? Выкуп 1665. Это... минут? То есть да, на следующий... Я один байбек. То есть на следующий день будет? Да нет, это... Игра закончится и байбек откатится. Ладно, неважно. А мне хату ломает тренд. О. Бить. Роля нету больше глифом. А мемно, да, то, что я беру все на ульту и на дамаг, и у меня дамага нету. Ну,
я смотрю, у тролля-то туда маг очень хорошо есть. Потасовка через 2 минуты. Ага. То есть мне к этому моменту надо что-то купить, получается? Подготовка это написано, а не потасовка, херасик. О, я придумал. Как победить игру. У меня есть план, я буду его придерживаться. Я надеюсь, ты выебешь его, честно. Ну честно, у меня есть план. Я его реализовываю прямо сейчас. Интересует план? А БКБ откатится к поединку? Я не знаю. Да, по-моему, откатывается. Ёбаный в рот. За стан умираю. С рапиркой любой за стан умирает. Только Марсу, пожалуйста, не отдай её. Так. Чё, next еще пойдешь? Ну слушай, рапирка вещь такая годненькая, мне нравится. Говорю, next пойдешь? Next. Не знаю, же кастом коня. Ничего не понятно, но очень интересно. Это не вся проблема. Как побеждать? Даже это Марси. А я врагов не особо-то и вижу, если честно. Чего тут может типать? Ладно, пойду на базу пока. Под действием блюра в течение. Ваша скорость атаки увеличивается. Браза, ты что за хрень? Ты что, дурак что ли? Пришел ко мне на базу просто, ты прикинь? Ерасик, ты убил его? Ты да. Че, игру победишь? Блин, ну просто на базу пришел. Чем а чё они все ко мне приходят, я не могу понять. Ну, ты самая лакомная цель. Понял. Но я умер. И байбека нету. И ну, рапиру не забрать. А глиф один, да? Да. А, подожди, у меня рапиры нет. А как драться? А, ой. Победа. Правда, не у Марса, но неважно. Так, подожди. Получать придется одним зарядом. Все постройки выбранного противника увеличат урон по ним. Подожди. Есть план. Сука, застилил меня. Подожди-ка. Боржик, у меня есть план кое-какой. Ты не сильно так, против этого плана? Съебался нахуй с моей базы. Да, не сильно большие. Я не знаю, что я нажал. Сучка. Ладно, удачи. Пришел, блядь. Постройки нахуй мне отключил. Ты даже понял, что сделал. Ну на тех хули. Я думаю, я типа быстро сломаю, а потом типа ладно, окей, допустим. Сломал? Быстро? Да. Меня больше напрягает тот момент, что ко мне люди типа приходили. Это нормально вообще? Меня больше напрягает момент, то что меня все убивают, то есть кроме Коли. Коля мирный. Все нормально. Коржик. А. На. Сучка. Что же я там вам все не нравлюсь? Фидори. А когда резается? 5-10. Как жить? Че, не идешь? Да нахуй. Я в другой лес пошел.
Так, у меня должен быть план на игру, правильно? По идее. Ну, план на игру, слушай, есть на самом-то деле. Ой, какой. Если ты убиваешь Марса, ты убиваешь... А, убиваешь тролля, ты убиваешь всех. Марса, я понял, ты уже точно убиваешь? Осталось тролля перебить и все. У тролля бабочка, кстати. Дай фиг с этой бабочкой. Вот эта пачка, если что, опасная. Я уже ворвался в нее. А в плане, что она делает? Очень больно бьет. А, так я ее убил уже. Да, я тоже почти убил, но проблематично. Основному атрибуту, ну давай, пофиг. Сколько мне 300 голды надо еще? По сути, можно идти заканчивать игру. Блять, какие у тебя хорошие планы на игру? Коржик, ты где? Здрасте. Ах ты ж, блядь! Я понял, вижу этот колючий захват. Как иди, как игра. Коржик. Подожди, а на ком у меня ульта сейчас? Я кого-то вижу двигающегося. Но это не герой. А кто это? Это почему? Патруль, скорее всего. А почему я вижу именно патруль? Потому что патруль видят все. Подожди, у меня активная цель, убейте ее. Почему я не вижу эту активную цель на карте? Если я должен ее убить. Не понял немного. Ну ладно. Коржик. С юлом. Хотите познакомиться? Нет, иди нахуй. Иди ко мне, другому. Не ко мне. Что это за вещи, я не понимаю. Подожди-ка. Сейчас завязаем все. Сооружения укреплены. Ничего не понятно, но очень интересно, короче. Постройки. Да, постройки страшно, вроде. Страшно, очень страшно. Я не знаю, что это такое. Я умер. Если бы... У меня какой-то телепорт появился рядом, и я умер. Я типа понял, таланты считал, что мне дадут. Ага. Ладно, покупаем снова рапиры. У Марса, если что, две рапиры. Я понял. Но у него вообще должно быть их три. У него три рапиры, а не две. Если что. Интересует? Коржик, беги. Я съебываюсь нахуй. Не бей, пожалуйста. Я домой. Кто умер у меня тут рядом? 4700, он мне просто пизданул автоатакой, если чё. Есть одна небольшая проблема. А, я против тролля сейчас стерусь. Ну я все нажал, что у меня было сразу же. Это хорошо или это плохо? Ну тут без шансов. У меня нет моих рапир, к сожалению. Да и жить мне не особо есть чем. Коржик, как жить? Хуёво, блять, у меня сейчас тауэр упадет. А кто убивает? Мобы. А, у меня нету мобов. А где они? Потому что ты дрался. А-а-а. Когда дерешься, мобов нету. Показывает, кто с кем драться будет, типа. Пиздец, нахуй, тавр больно. Я тебе помогу. А, ладно. А, это ты помогать пришел? Я думал. А как они понимают, что тибиться, что не тимишься? Репорт кто-то кидает? Угу. А как репортить здесь? В конце катки вроде. Понял. А, Макола уже ливнул. А давно? А давно? Вот и я не понял. Ну, Микола, наверное, понял, что, типа, ему тут ловить нечего. Какая-то хрень не игра. Ну, вон Ярасик разобрался, как рапиры сыграть.
Не, ну рапиры это хорошо, но что-то как-то я не понял, почему враги тебя шотают. Это сначала еще, ну, сильвер не дает инвиза. О, это надо. А, это пятый тир. Я и кривов не выдефал. Не страшно нахуй с базы выходить, любая пизда подойдет, шотнет. О, чистый урон, ничего себе, надо. Через одну секунду, чё? Ладно. О, я кого-то вижу, но тролль с кем-то дерется с рапирами. Марсом. Они там с Марсом закусились. А вы это типа все видели это? Ну, я видел, как тролль с Марсом начинал драться. А почему мы это видели вообще? Потому что тролль фармил вот это вот. Патруль. А-а-а. За патруль типа больше всего дают? За патруль дают книжки, которые тебе даются. Вот ты побежал когда в дуэли? Я вообще не понимаю, что за что дают. И что оно дает, даже то, что мне дадут. А Микола может следить, типа, что происходит или что происходит дальше? Не, не может. А, типа, все за гейм овер. Угу. Они тут не додумались это делать. Какой-то другой кастинг, я помню, можно было следить. А как отменить тэпку? У меня на... Ладно, пофиг. Варды ставь на подходе. Варды это надо. А, крипы! А вы чё? Здесь меня крипы затыкали. Байдекс придется. Легенда. У меня на Марса прок. Ты, блядь, скипаешь самые сложные пачки, мразь. А чё, а, я ничего. Потерпел поражение от крипов. А. Я тоже следующую пачку, наверное, не переживу. А типа те, кто... Подожди, в плане, то есть тот, кто выжил больше всех, тот больше рейтинга получает? Нет, рейтинг стабильный. Пизда мне. Коржик, я помогу. Давай, Коржик. Коржик, я бью. Коржик, да... Коржик, я победил его. Победа. Есть, сэр. А где его рапиры все? Ну, у тролля. Да, все. О, так я могу купить еще рапиры, подожди. О, еще рапирка, нормально. Не, ну объективно... Там тролль Марса пошел сносить. Все правильно, туда лоха. Там у тролля почти второй туалет сломан. Почему Коля показывает полностью красным? А этого не полностью. Не понял. Потому что он ливнул с игры уже. Бладторм бы взял и сатаник. Та ДПСа надо, чтобы этого тролля убить. Роба КБ есть, кстати. Ну все, походу Марса сейчас снесут. Пойду Марса что ли снесу, помогу. Так Марса, ты не можешь помогать. В плане? Ставится барьер, когда кто-то ломает базу, и ты не можешь туда зайти. А я прыгнуть могу? Нет, никак вообще. А барьер есть? А Марс 10 секунд еще. Ну ладно. Пожалуй, пойду отсюда на базу. 40 секунд тролли сумонеры будут. Ну ладно. Подожди, тогда зачем мне сильвер нужен? Так и под этим эффектом. А, пассивки отрубать, точно. БКБ, башер. А зачем ПТ мне тогда? Подожди, а чё, тролль Марса не снес? Не. Сука. Сейчас Марс мне ебало снесет. Я, кстати, вижу тут Марса бегающего. Я тоже его вижу. Вижу, теперь тебя не вижу. А чё у меня БКБ не жмется? А где он? Ко мне на дуэль ушел. А зачем я с ним дрался? Ну ладно. Ничего не понятно, но очень интересно. Ты его выиграл? Не, я вообще никак... Не, я вообще почему продамажить не... Вы заняли четвертое меньше. А, меня крипы убили? Тебя крипы снесли. Подписка Dota X6 позволяет получать опыт героя за каждый матч, опыт увеличивает. Подписаться, также много
Подписаться. А что это такое? Это типа как Dota. Dota плюс, да. Это Dota плюс. Не мамы фрики вообще. Че, ты next пойдешь? Сейчас меня снесут по-быстрому. Не знаю, next. Может, нормальную каточку?